Первый этап пройден. Все сургутские парки и скверы обработали от клещей. В этом году акарицидной кампанией в местах массового отдыха людей занималось предприятие Росбиотех. К работам энтомологи приступили 18 мая, а завершили в минувшую субботу. На всех обработанных территориях специалисты разместили таблички с указанием даты проведения противоклещевых мероприятий. В течение 3 дней после обработки горожанам стоит избегать прогулок в этих местах, а также запрещен сбор дикоросов.